누구 하늘다가 어디 코트나가 어디 빨아가 어 뭐 닥터 어 봤다 닥터 봤다 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 어라 하늘을 봤다 하늘 또 들어오고 여튼 Осенью пушистый зверек таскает вату из хозяйской заваленки, чтобы обустроить свое дупло. За этим занятием его однажды и подловили бабушка с внучкой. Необычный процесс понравился трехлетней Амелии, которая пришла от увиденного в большой восторг. Строительным материалом для белки в обычной жизни служат трава, листья, мох, шерсть. Этот небольшой грызун заселяет и городские окрестности, парки. Приходит она и в дома к якутянам. Если человек начинает ее кормить, легко приручается.